Всем доброго дня. Вчера я погуглил немного, посмотрел со спутника. И тут еще высмотрел профиля, по которым я еще не ходил. Там, возможно, еще буровые есть. Ну, я думаю, сегодня пробежимся с разведкой в сторону, в ту сторону, поищем там еще буровые. Вот, ребят, иду по этому профилю. Тут вот мое место, где я копал. Иду по этому профилю, сигналы идут, но какая-то мелочь. Честно говоря, даже за нее пока и браться неохота. Будем искать, что такое покрупнее. Ладно, шагаем дальше. Тут сначала пробегусь по самой дороге. Так, тут что-то бьет у меня. Сначала по самой дороге пробегусь, а потом уже, наверное, по обочинам. Видите, сигналы есть. Идут сигналы. Но мелочь всякая брякает. Ну еще ложные сигналы еще бывают. То есть катушкой задеваю какую-нибудь жесткую травку. Происходит удар и идет сигнальчик. Так, дальше я да вот не ходил. Да, какой-то небольшой сигнал. Так, надо мне сейчас зарплаты. Куплю карту памяти на экшен. Камеру. На этом-то телефоне у меня хватает. Тут своей памяти 64 гига. И карту памяти можно здоровенную ставить. Как мне объяснил продавец, до 500 гигов свободно выдержит. Сигнальчик. Нет, не сигнальчик. Так. Стоянка тут вот от диких людей. Ладно. Надо возвращаться за лопаткой. И двинем мы вон туда, куда еще не ходили. Ребят, я то ли я сбился с дороги, то ли что. Я пришел на свое место копа прошлое. Здесь у меня вон все перерыто, откуда я метальчик забирал. И тут же у меня находки идут опять по этому же месту. Хотя сколько я его бил. Это вот, такая хорошая железка. Толстенькая, тяжеленькая. Ну и что? Наверное, опять будем складывать. Ай, блин, чуть не упал. Сюда, в кучку.
пока, если здесь еще что попадется. Ну, пока ходим, ищем. Блин, ребят, реально, копать не перекопать. Так, вон там какой-то собак здоровый бегает. Так, копать не перекопать, говорю, хожу вот по своим местам этим пробитым. И вот, пожалуйста, такая находка. Опа, палка с кольцом какая-то железная. И в ней вот отлетел такой кованый гвоздь. Квадратненький, красивенький, но кривой. У меня в коллекции покрасивее есть. Ладно, кидаем в кучку пока. Еще, ребят, находка. Какая-то штуковина. Здесь он прогнила уже. Такая тут жестяночка. А с этой стороны такая весистая. Тяжеленькая, плотненькая. Пойдет. Еще сигнальчик. И еще вот кусочек от печки чугунявой. Сверху закрывалась, походу, крышка. Ну, что-то в этом роде такое. Ребят, моему счастью нет предела. Сколько тут ходил, а? Ой, блин, и вот же. Вот такая красава мне попалась. Как я их люблю, а подковки. Да такая широкая, такая крупненькая. Такой у меня еще нет в коллекции. И главное, целенькое все. Даже вот видите, тут гвоздики еще остались. Такая красивая. Один, вон второй гвоздь. Нормально пойдет в мою коллекцию подков. Классно, ходочка. Прошел сигнальчик. И здесь под деревцем вот такая вот штуковина. Какая-то чего-то крышка, походу. Больше я в ней ничего не вижу. Ну, толстенькая такая, тоже тяжеленькая. Тоже заберем, конечно. Ребят, бегаю, и я в тот коп здесь тогда потерял же находки свои, так и не нашел их. И это у меня, да, вот эти вот две бронзовых штучки. Что одна бронза, что вторая. Не думал, что их найду. Ладненько, пойдут в копилочку. Знаете, ребят, что я заметил? Что надо на свои же выбитые места иногда возвращаться. Пример, вот сейчас же, да, подкову нашел. Хотя сколько здесь ходил. И вот на тебе еще одна находка. Вот этого я еще не находил. Я не помню, как она называется-то. Вставляется в пасть лошадям. И главное дело целенькое. Вот это колечко не двигается, вот это двигается. Ну ничего, отмочить пойдет в коллекцию. Классная ходочка вообще. Блин, ребят, реально это место не отпускает, а? Опять бронзовая находка. Сейчас я находил крышку, да, вот эту от этого датчика, такого же. А сейчас нашел датчик полностью, считай. Внутри вот это все бронзовое. И держится тут все на одном вот этом вот здесь болтик. Ну, это я высверлю аккуратненько. И бронзу, конечно, достанем. Ой, замечательная находка. Ребят, вот сигнал, где я только что откопал. И тут в стороне вот под этим кустом такой сигнал. И бьет в цветнину, а. Ну и чернину перебивает. Сейчас мы здесь пороемся. Однозначно. Красота. Сигнал отменный. Сейчас я телефончик установлю и покопаемся там. Ну, ребята, последний сигнал, который я решил проверить, это вот здесь, вот прямо на стояночке. Вот здесь копнул. Думал, может, крошки тут ржавые.
Нет. Вот такая вот штуковина какая-то непонятная. Что это такое, не знаю. Какой-то прибамбас. Ладно, в кучку его. Ну и по итогу здесь у меня вот столько вот мелочухи всякой. Потом вот пошла у меня бронзочка. Вот это мои две старых находочки. Ну и больше всего то, что мне сегодня понравилось, это уздечка вот такая вот. И подковка. Такая большая, шикарная. Ну это у меня она такая, самая большая, из моих, которых я находил. Ладненько, сейчас соберем и пойдем дальше. Сходим дальше по дороге, посмотрим, что там есть. Ну, буквально не успел тут 100 метров пройти. И у меня опять находочка. Прямо возле этой дороги старой. Ладно, собираем, шагаем дальше. Ребят, вот она, буровая. А я бегал все вон там. Вот это здесь все стояли, походу. Тут я еще не бегал вокруг нее. И вот она тут проходит. Сейчас я здесь погоняю. Ребят, смотрите, какие тут вон штыри торчат, а? С резьбой буровые. О, и идти далеко не надо, а? Все, ходим. Что-то, ребята, меня не радует здесь. Бегаю уже буровой, нифига нету, всякая ерунда. И вот что нашел. Вот такую вот связку тросов. Охренеть. Ладно. Еще не все оббегал. Сейчас походим. Все, ребята, я вспомнил. Я в том году я здесь ходил. Бегал, да. Потому что я нашел свою потеряшку. Вот она лежит уже тут листьями вся припорошена. В том году я ее откопал и потерял. Вы посмотрите, какая толщина. Тут больше двух моих пальцев. И она вот до конца ямки идет. А тяжеленная собака, я не знаю какая. Как ее утащить, тоже не знаю. Тележка у меня есть, но, блин, она с узкими колесами, я здесь на ней не вытащу. А широкими колесами нет. Так, ладно. Достанем ее пока, попробуем. Расковыряем, чтобы не потерять. Кое-как я ее выковырял, приставил сюда, к елочке. И офигел. Ее не утащить никак. А резать своей болгаркой домашней я вот эту ерунду устану. Пополам хотя бы разбить. Можно было бы еще таранить, а так нет. Ладно, пусть стоит до лучших времен. Нашел я вторую часть от кровати. Вот она. Приволок, бросил ее здесь. Все без болгарки ее никуда. Ну, а тут я вот что нашел. Вот нога-то первая. Штырек. Ну, видели. Пятачки мои любимые. Вон еще железка. Ну, все, сейчас вот это забираю. Иду. Забираю ту кучку. И до дома. Походим еще, покопаем. В следующий раз.